Более 60 учащихся учреждений образования Сморгонщины продемонстрировали талант и отличные знания в области безопасности жизнедеятельности в районном туре республиканского конкурса Олимпиады «Школа безопасности». Победители в марте представят наш район в областном этапе. Человеческая жизнь – это дар, который невозможно переоценить. К сожалению, иногда возникают ситуации, которые опасны для каждого из нас. В такие моменты на помощь приходят спасатели. Но что же делать, если их рядом нет? В таких ситуациях человек может надеяться только на самого себя и на тот минимум знаний и навыков действий в экстремальных ситуациях, которым обладает он сам. 8 февраля мальчики и девочки, учащиеся общеобразовательных учебных заведений города, приняли участие в районном туре республиканского конкурса Олимпиады «Школа безопасности», который проходил в стенах ГУО Сморгонский районный центр творчества детей и молодежи. В данном конкурсе принимают участие учащиеся в трех возрастных категориях с 1 по 4 класс, с 5 по 8 класс и с 9 по 11 класс. Очень важно, чтобы они приобрели необходимые знания, которые пригодятся им в дальнейшей жизни, которые помогут им обезопасить себя, обезопасить своих родных и близких. Поэтому с раннего возраста МЧС уже, так скажем, прививает эти знания основ безопасности жизнедеятельности. Конкурс проходил в несколько этапов. В первом учащиеся должны были за 30 минут решить тестовое задание по основным тематическим направлениям. По итогам данного тура, показавшие лучшие результаты, 5 ребят из каждой возрастной группы вышли в следующий этап, где они соревновались в ораторском мастерстве. Я расскажу вам о... У каждой возрастной категории была своя тема. Время выступления ограничено – 1 минута. При этом в ходе выступлений запрещалось использование мультимедийных средств. Я пришла со своим другом из параллели. Он учится, я учусь в Б-классе, а он учится в Г-классе. Пригласили принять участие в конкурсе моя ученица Галина Павловна. Безопасность очень важна, чтобы не подвергать свою жизнь в опасность и жизнь окружающих. Как отметили члены жюри, все участники показали отличную подготовку. В результате напряженной конкурсной борьбы первыми в своих возрастных категориях стали среди учащихся первых четвертых классов Анастасия Рудяк из Сыроваткинской базовой школы. В средней и старшей возрастных группах победу одержали ребята из средней школы номер 1 Артем Мархат и Павел Бруцкий. Они набрали наибольшее количество баллов и будут отстаивать честь Сморгонщины в областном туре. Все ребята, занявшие призовые места, были награждены грамотами Сморгонского районного отдела по чрезвычайным ситуациям и подарками от Сморгонской районной оргструктуры РГОО «Белорусское добровольное пожарное общество», отдела идеологической работы по делам молодежи и райкома БРСМ. Я очень рада, что заняла 2-е место. Я сильно готовилась со своей учительницей, которая написала стихотворение для меня. Я расскажу вам о том, чем опасен водоем. Лето звонкое пришло, зной, жара, одна беда, выручит в реке вода. Но купайся осторожно, не ныряй, не зная дна. Плавай только вместе том, с которым хорошо знаком. Помни, друг, ты про течение и про опыт не забудь. Не надейся на уменье, только со спецсредством в путь. Строгий я даю наказ. Не играй ты на показ, далеко не заплывай, к водному транспорту не подплывай. Перед тем, как искупаться, хорошо покушай, не бери с собой животных. Мой совет послушай, к речке один не ходи никогда. Ну а если вдруг беда с тобою приключилась, не паникуй и не зевай, а 112 набирай.